Приветствует вас программа Николаевична спортивная. Сегодня, когда завершается золотая осень, здесь впервые вступила нога футболиста. Долгожданный стадион в Парке Победы наконец открыт. И это замечательное поле стояло, ждало 5 лет. Но вот сегодня у нас особый день, много поводов для того, чтобы рассказать о том, как завершается нынешний футбольный сезон. Ну и, конечно, еще один повод – это юбилей руководителя нашей городской федерации, главного вдохновителя городского футбола Александра Пасечного. С нами рядом известнейший футболист города Николаева и легенда Леонид Малый, мастер спорта, который отдал всю душу, всего себя футболу. Сейчас он работает в «Волгограде Динамо». Но вот сегодня, Лёнь, на твой взгляд, как случилось, что 5 лет такая замечательная поляна ждала футболистов? Ну, мне трудно ответить на этот вопрос. Конечно, глядя сегодня на такое прекрасное сооружение, жалко, конечно, что в это время здесь не проходили никакие соревнования. Но, как говорится, уже стадион, я думаю, будет открыт более официально. И в основном все игры, связанные с проведением чемпионатов города, области, я думаю, что должны проходить на этом прекрасном стадионе, на этом прекрасном поле. Для футболистов это действительно большой праздник. Ну, сегодня своеобразное подведение итогов уходящего года, который, в общем-то, не будет завершаться до окончания его. Потом с первого дня января вновь турниры. Вот на твой взгляд, чем интересен был вот сейчас прошедший этот сезон? Хоть наша сборная Украины не попала в финал чемпионата Украины, и, в общем-то, взгляды были все обращены на него. И все-таки низовой футбол, любительский, является чрезвычайно важным. Вот на твой взгляд, как завершают любители футбола города Николаева? Но, правда, не только Николаева, потому что очень многие команды сельские хотят принимать в нем участие. Ну, я вижу, что здесь очень такое отрадное явление. Увеличивается количество команд, желающих участвовать как в соревнованиях по большому футболу, по мини-футболу. То есть идет, и это очень радует, идет тенденция к возрастанию количества команд, естественно, количество участников. Ну, и тут же и параллельно детско-юношеский футбол, тоже количество команд увеличивается. То есть такая тенденция на сегодняшний день очень хорошая. Чем больше, я думаю, чем больше будет команд, чем больше будет участников, тем это приятно будет видеть этих людей на футбольном поле. Ну и пару слов о том. От лидера очень много зависит. Вот больше 10 лет Александр Пасечный у руля городского футбола. На твой взгляд, вот такой юбилейный день, он только что преодолел рубеж 45 лет. Какова его роль в организации вот местного городского футбола? Я считаю, что его очень большая роль организаторская. Действительно, он как и сам бывший футболист, и сам как хороший руководитель. Я думаю, что это только дает большой плюс в развитии футбола города Николаева, и тем более сейчас он первый заместитель председателя областной федерации футбола. То есть это, если так образно говорить, это человек на своем месте. Я только хочу ему пожелать в этот день юбилейный его как можно больше натхнения, наснаги, как говорится по-украински, успехов ему, здоровья. И я думаю, что с его руководством футбол будет только развиваться и только будет больше, все больше и больше и команд, и участников участвовать в различных соревнованиях. Ну что ж, Леня сейчас идет занимать свой пост генеральный, потому что он отвечает за проведение этого турнира, финала. Собираются зрители, очень уютные трибуны, замечательная обстановка. Трибуны в ожидании результата финального матча, закрытия сезона. Только что команда Николая Порфирьевича Пыхтина, который возглавляет эту команду «Водник» уже несколько лет, стала бронзовым призером. На ваш взгляд, вот сегодня такое торжественное событие и как бы своеобразное открытие стадиона, закрытие сезона, юбилей у руководителя городской федерации. В общем, очень много событий. Вот итоги этого года, на ваш взгляд, любительского футбола города Николаева. С каждым годом у нас спорт, тем более футбол, в Николаеве развивается и занимает все больше людей.
Вот команда «Водник» наша, я вот 5 лет работаю в Октябрьском, руководитель Егоров Андрей Юрьевич, председатель правкома Калошин Александр Борисович, создали команду, и 5 лет мы играем на первенство города Николаева по футболу. И на зимнее первенство, и на летнее первенство. Развитие футбола в Николаеве, вот при Александре Станиславовиче Пасечном, ну, стало на высший уровень. Именно я имею в виду николаевского футбола, города. Ну, различные причины, это на мое мнение есть. Почему? Потому что в городе легче добираться. Все-таки не надо разъезды проводить, как на первенство области играть. Все-таки в городе, да, комфортно проводить. И вот именно этот дисбаланс, что есть высшая лига, есть первая лига, есть вторая, есть любительская. Если посчитать все, то более 40 команд, если умножить по 24 человека в команде, то это 1000 человек играют в футбол. Плюс сколько же болельщиков, сколько за каждую команду. Понимаете? Это говорит о том, что мы на месте не стоим, я имею в виду спортсмены. Где-то развиваемся. Вот команда меня «Водник», там то, что работники есть там порта, а то еще ветераны, те, которые в свое время играли, а сейчас они, ну, как-то остались без команды, без ничего. Я их объединил, и они все вместе, и мы все вместе делаем, ну, приятно, да? Приятно для себя, во-первых, бы всю жизнь в футболе. И она говорится, без любимого дела оставаться нельзя. Когда за боями выпадаешь, это плохо, с одной стороны. А с другой стороны, что занятие спортом – это здоровый образ жизни. Это один момент. И второй момент, как бы там ни было, а когда молодежь смотрит на ветерана, который в 45-50 лет выходит на поле, вот смотрите, да, не скоростная команда. Да, вот Лия команда молодая, скоростная. Ну, на опыте, понимаете. Держание мяча. Вот красивый второй мяч забил Кукин со штрафного в девятину, понимаете, вот это, но с одной стороны и молодежь учат, а с второй стороны, вы понимаете, есть на что посмотреть. Вот. Кстати, мы отслеживаем на протяжении многих лет футбольную деятельность генерал-майора Пыхтина. Он сам участник многих соревнований, даже международных, и в «Динамо». Но вот сейчас занимается любительским спортом, и вот, я думаю, он так неплохо отметил, что роль федерации тут значительно, потому что вот все-таки она делает все для того, чтобы даже разделить по уровню подготовки команды на несколько лиг, потому что здесь играют совершенно равные по силам, да? Это правильно, это очень, да. Важное, да, это очень важное качество, знаете, и все-таки по большому счету, если разделить команды и по возрастному цензу, да, ну, все-таки, если молодежь в 20-25 лет выступает, и ветераны мы выходим, которым уже под 60, понимаете, ну, есть разница, да, понимаете, ну азарт сам, азарт, вот именно 2 года назад у нас играла молодежь, «Заводник» тоже, понимаете, если взять по беззубости, или, я говорю, по энтузиазму, и по желанию, и по рвению, то, говорит, ветераны не уступают ничем, понимаете? Ну, наверное, это закалка такая, понимаете? Нас, вот этому молодежь должна учиться, ветеранскому футболу, именно закалки, именно борьбы, бороться до конца. Преданности. Да, и преданности любимому виду спорта. Ну, пару слов о Саше Пасечном, который вот юбилей отметил, и, в общем-то, многие годы служит, он сам играл, и вот теперь... Да, вы знаете... Можно много говорить о Александре Станиславовиче, можно говорить о различных направлениях, о работе федерации. Ну, есть уровень руководства федерации, они дадут оценку сами себе, кто там лучше, кто хуже. Ну, при Александре Станиславовиче много сделано, я говорил, понимаете? Много сделано в развитии футбола, в движении футбола, в развитии детского футбола. Он сам и выходит за ветераном, не раз мы в разных хоть командах, но играем в футбол. Это один момент. Второй момент о том, что команда «Варваровка» на протяжении ряда лет занимала и призовые места на первенство области, играя и за кубок, и играя на первенство области по высшей лиге. Это говорит о том, что человек не останавливается на каком-то уровне достигнутом. Да? Есть новые идеи, новые трансформации в футбол. Я считаю, что без детского футбола у нас не будет ни в районе футбола, ни в области футбола, ни в Украине в самой футбола, потому что иностранцы, которые наполняют, да, и некоторые приезжают, они приезжают зарабатывать деньги. Понимаете? А наши, как раньше было, выращение дома. Они будут играть для своих, для родителей, они будут играть для своих жен, для детей. Они будут играть для того, чтобы ну, прославлять футбол, прославлять спорт. И этим зараз занимается городская федерация футбола. Я не говорю, что областная не занимается. Я сам вхожу в состав областной федерации. Тоже много делает. Но я
перед началом выступления сказал, что в городе немножко проще. Сел на маршрутку, доехал. Сел на троллейбус, доехал. Понимаете? Да, а тут именно из Врадевки попади в Казанку или попади в Березнеговатый, этот очень. И расходы большие. И те люди, которые поддерживают футбол, те фермеры, те руководители, им тоже надо сказать большое спасибо, потому что ну, они прославляют свой край, свой район. Своих ребят, в конце концов, те, которые есть и которые хотят, нет возможности, потому что почему-то в государстве у нас этот вид спорта отошел на дальние, не хватает там на дороги, на то, на все. А на спорт, вот, всегда здоровый образ жизни, я считаю, здоровая нация всегда, понимаете, должна быть. А чтобы она была, надо все-таки вкладывать в нее, вкладывать в детей, вкладывать в развитие. Тогда мы будем сила, потом нам не страшен никакой ни дальнего зарубежья враг, ни ближнего зарубежья. Тогда мы будем отстаивать свои направления, свои желания и свою страну. Так что... Вот такой он, Николай Порфирьевич Пыхтин, на коне футбольном. Всю жизнь и продолжает этому служить. Ну, а сегодня вот вас с бронзовой наградой, потому что это успех коллектива, возрастного, но очень интересного. Поэтому вперед, будущим победам. Спасибо вам большое. Я хочу пожелать вам тоже здоровья в вашей программе. Я не один год с вами сотрудничаю. Не один год вы много рассказываете о ветеранах, не только о ветеранах, о людях, те, которые данному виду спорта, и не только ему, а вообще спорту отдают силы, здоровье, энергию, финансы. Дай Бог вам здоровья, процветания. И все-таки прославляйте футбол. Это тоже надо, потому что в средствах массовой информации видим и насилие, видим войны, видим только это. А спорт – это то же самое. Это здоровье. Спасибо и вам. Сейчас слово известному руководителю, футболисту, директору спортивного комплекса «Заря» Виталию Барскому. Дело в том, что он сам очень любит футбол и делает все для того, чтобы футбол и детская футбольная школа «Торпеда» была на уровне. И низовой, любительской, городской, и заводской тоже. Вот сейчас завершается очередной сезон футбольный. Вот на тот взгляд, как он прошел в отличие от других? Ты уже 8 лет как возглавляешь самый крупный центр спортивный. И, конечно, футбол для вас особенно важен, но любительский, я думаю, тоже привлекает особое внимание. Ну, здравствуйте. Хочу сказать, что футбол, да, действительно стоит на первом месте в моей жизни. Но другие виды спорта в нашем спорткомбинате тоже в приоритете. Никому не даем кого-то, никого не ставим на первое место. Все едины. И плавание, и гимнастика, и батут. Это тоже самое, все олимпийские виды спорта. Всех. По итогам прошедшего года хочу сказать, что вот сейчас на поле 90% это воспитанники «Торпеда». Перед этой игра была то же самое. Я очень рад, что наша школа сейчас в лидирующей в детском, в юношеском футболе. В лидирующей стадии мы занимаем третье место. Сзади команд только Черноморец впереди нас, вернее, и это и Ворскла Полтава. Это представители премьер-лиги. Виталий, дай напомню. Сейчас финалисты, это команда Варваровки и Вороновки, это лидеры городского чемпионата. И вдруг 90% воспитанники школы «Торпеды», да? Да-да, 90%, если обратите внимание, 90% наши воспитанники. Это ребята, которые закончили нашу школу разные года. И я рад этому, за это я пришел просмотреть, мне интересно за нашими воспитанниками наблюдать. И это люди, которые прошли нашу школу. Вот говорят, что Николаевская область отличается тем, что она в массовости очень, ну, показывает пример. А вот по качеству, насколько интересен этот любительский футбол, и что показывает на поле футболисты? Ну, я не согласен, что Николаевская область не показывает. Я согласен с тем, что... Ну, хочу сказать то, что мы, наша школа, я не буду говорить за другие школы нашего города, я скажу за свою школу. Мы в этом году с выпуска 2000 года трудоустроили в команды премьер-лиги, команды второй и первой лиги 20 человек из 25. Я считаю, что это хороший выпуск произошел. И сейчас то же самое будет, я думаю, в 2001 году минимум 6 человек уже на просмотре в команды мастеров. Премьеры вышли. Николаевский футбол, я считаю, что на хорошем уровне. Просто на данный момент, как вся страна, у нас чуть-чуть кризис. Я думаю, мы это все переживем, будет все нормально. Но сегодня еще один повод сказать о том, что вот юбилей отметил руководитель, лидер городского футбола, президент федерации его, Александр Пасин. На твой взгляд, какую роль, вот он уже больше 10 лет у руля этого, он играет для того, чтобы
городской футбол был на уровне. Тем более сюда тянутся не только городские команды, но и сельские. Ну, Сашу я знаю, Станиславовича, я очень знаю хорошо, давно, еще когда он был футболистом, еще когда он возглавлял начало, только у нас была команда «Хорошая торпеда», лидер украинского аматорского футбола. Тогда еще мы с ним встречались в Варварке, всегда были трудные матчи. Как человек, он очень положительный, как бы с ним общаешься и больше получаешь положительных эмоций. И я считаю, таких людей бы побольше. Он и как функционант, и как человек очень хороший, порядочный человек. Ну, от слова футболиста, потому что на поле он неудержим, как руководитель показывает пример, как надо уметь организовать и любительский спорт, и спорт высших достижений, потому что представители «Зари» всегда на европейской мировой арене. Ну а теперь главный виновник нашей встречи сегодняшней, президент городской федерации футбола Александр Станиславович Пасечный, которому этому верному делу служит уже многие годы. Об этом говорили вот наши герои сегодняшние, те, кто многие годы посвятил себя футболу. Сегодня вы завершаете сезон, открываете это поле. И, в принципе, вот хотелось бы сейчас подвести итоги этого года и посмотреть будущее, потому что мы видим, что только благодаря энтузиазму, желанию людей проявить себя на футбольном поле, посвятить себя замечательному делу, и существует любительский футбол, да? Да. Ну, мы уже 8 лет, моя команда как пришла. Сегодня мы подводим итоги этого сезона 2017 года. У нас участвовало 39 команд. Сейчас у нас финал, это чемпионат проходил в 4 лигах. Сейчас это Кубок города. Мы проводим малый Кубок города. Это финал самого большого нашего, самой лучшей команды. Играют в финале Варваровка, Вороновка. Они же заняли 1-2 место в городе Николаеве. Это традиционно уже такая битва гигантов. Потому что эти две команды последние десятилетия абсолютные лидеры аматорского футбола города Николаева. И вот сегодня финальная игра Кубка города по большому футболу. И после этого у нас награждение всех победителей во всех лигах. Дело в том, что мы говорили сейчас со многими участниками нашей программы о том, что все-таки любительский футбол занимает особое место в жизни спортивной города Николаева. И отмечали роль городской федерации. Как вам удавалось за эти годы постепенно наращивать этот момент, что и массовость была, и, видимо, мастерство есть, и большое желание участвовать. И дети, и ветераны, и мини, и большой футбол. Ну, скажем, мы пришли... Можно даже гордиться успехами. То есть у нас было 16 команд. Сейчас вот зимой прошлой 53 команды большой футбол играли. Мини-футбол мы начинали тоже 18 команд. Сейчас мини-футбол играло более 70. Вот, то есть массовость очень сильно растет. Популярность футбола в городе Николаеве очень растет. Вот, мы стараемся проводить соревнования честно, открыто. Это людям нравится. Они приходят к нам, приходят школьники, которые студенты, молодежь играет, и опытные ветераны передают свой опыт. Например, вот команда «Вороновка», которая сейчас играет на поле, очень много людей, которые поиграли в МФК Николаеве. То есть люди уже там закончили, там после 30 многие, но они продолжают играть в футбол, показывать свое мастерство. Так же самое и в «Варваровке» много очень опытных, сильных футболистов. Поэтому эти команды, в общем, и лидеры, а мы своей работой пытаемся, чтобы праздник футбола сделать каждый день. Дело в том, что ровно 20 лет назад у нас было интервью, первое интервью Александра Пасечного, когда он представлял фирму Coca-Cola, и он говорил тогда как спонсор того детского турнира футбольного, и он говорил: «Я хочу помогать детям». И вот прошли годы, тогда он сам играл, участвовал в своей командой «Варвароки», но постепенно он пришел к тому, что возглавил на протяжении вот уже многих лет городскую федерацию, стал героем очень многих наших программ на протяжении этих лет. Он рассказывал о достижениях. И вот спустя это время вы когда-то помогали детям, теперь помогаете всем, кто любит футбол, кто собирается, кто
стремиться к этому мячу в любую погоду, потому что это всепогодная, самая любимая игра. Вот за эти годы, за 20 лет, что изменилось в вашей футбольной жизни? Ну, теперь уже организаторской. Мы начали проводить детский чемпионат, поэтому детей мы не перестали помогать детям. Поддерживаем всевозможные турниры, проводящие как и праздники в США, и между школьников. Сейчас много программ совместных с управлением, комитетом по физической культуре и спорту Олегом Машкиным. То есть мы стараемся, чтобы... Ну, все движение было везде, и по детям, и по взрослым, и по девочкам турниры, и мини-футбол. Кстати, довольно болезненный вопрос у нас в мини-футболе и футзале проблемный. У нас нет зала стандартных размеров. То есть фактически даю США по футзалу создать невозможно, нету базы, на которой играть. А я же уже сказал, что только взрослых команд более 70 играет, еще детские турниры надо проводить, и у нас не хватает залов. Это очень такая проблема инфраструктурная в городе Николаеве. И мы сейчас ведем разговоры с мэрией о том, что нужен спортзал, и облдержадминистрации о том, что нужен спортзал для развития футзала. Это очень важный, такой болючий, скажем, у нас вопрос. А вот этот стадион, например, это радость наша, потому что это третье уже искусственное поле в Николаеве. Вот, и это поле, ну, просто прекрасные условия для футболистов. Поэтому мы надеемся, что даст еще толчок сильнее в развитии футбола в городе Николаеве. Не обидно, что 5 лет спустя оно заиграло. Ну, дело в общем. Буквально через несколько дней состоится отчетно-выборная конференция областной федерации. Вы являетесь вице-премьером там, федерации. И вот это содружество городской и областной федерации, как оно принесло плоды, потому что раньше этого не было союза? Я не знаю, как плоды. В городе футбол развивается, в области тоже футбол надо развивать. Там сельские коллективы сколько? Да, есть много ближайших районов, приезжаю играть в город, потому что условия все-таки, конечно, лучше сейчас в городе Николаеве. В областном футболе сейчас небольшой, скажем так, застой. Надо поднимать энтузиазм, надо работать, много очень делать в области для популяризации футбола и поднимания его уровня. Там тоже, конечно, проблема большая с транспортом, которую надо решать. Надо взаимодействие, очень важное взаимодействие по детям, например, это с управлением освиты, управлением спорта, да, в освиты, с облспорткомитетом. То есть, и конечно, работа по популяризации в районах футбола. Соревнования районные. Но очень много работы, интересно, и мы сейчас взялись с интересом, какие-то уже подвижки есть, скажем, по областным соревнованиям. Поэтому мы надеемся, что мы и область потянем.